Так, линдвурмов 7, то есть 14. То есть орков 31 получается здесь. Это жесть. Бой-то я могу вот на этой горочке принимать. Только мне туда надо как-то залезть. Ладно, я пойду пока попробую отходить. Блин, очень плохая местность. Прям хуже не бывает, если честно. И здесь даже не зайти, нет прямого подъема. Мне надо подниматься через низ или вверх. А здесь заблокировано все. Такой треш. Вот, я даже не могу подойти этим, понятно. Меня поставили в задницу. Надеюсь... О, линдвурм наверх пошли, значит, там все-таки какой-то замес будет. Так, этот ко мне пошел. На краю нельзя прижиматься, там будет белый флаг. Мне главное сейчас отойти хотя бы вот на эту горку. Налево. Дадут ли мне это сделать? Вот в чем вопрос. Ну, вообще, местности я такой никогда не видел даже, чтобы везде. Обычно горы, ну, частично, в какой-то области, а тут прям везде. И разноуровневые, что даже непонятно ничего. Так, ну, сюда я пока могу идти. Вот так. Так, здесь я могу подняться спокойненько. Ладно. Здесь ждать. Мне надо вот этого убирать, вот этих двух как-то отсюда срочно. Так, тут этот через верх пойдет. Отсюда. Ну, тут тоже какая-то жесть, но ничего не сделаешь. Сюда его. Так, пока подождем. Этим тоже подождем. Ой, некуда, некуда стать. Вот, наконец-таки ходит тот, кто надо. Плохо из-за того, что мне приходится идти вниз, а не влево вниз. Сейчас эти линдвурмы пойдут не на орков, а на меня. Вот в чем проблема. А там на орков пойдет парочка, а орки их парочку-то разметут. Ну ладно. Так сокола сейчас нет смысла пускать. Боя-то нет, его надо потом. А он же не на бой, он на ход там на два, он ненадолго опускается совсем. На мало времени. Так, на горку захожу. Так, здесь тоже могу подняться уже. О! Привет. Ой, ой, они идут, они идут. Так. Оп! Главное, чтобы меня сейчас не заблочили бы никого. Так, Олин, двурмики подбираются к ним поближе тоже. Так, о, там уже замес пошел. Пошел замес небольшой. Так. Здесь пока не знаю, куда. Здесь надо уходить срочно. Уходить и обстреливать победителей. Ну, наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас, в принципе, да, вот здесь-то никто даже не сможет ко мне подобраться. А, вот отсюда линдвурм сможет бить. Ну и все. Это нормально. Мне сейчас главное даже просто, чтобы они закусились между собой.
Я не знаю, стоит ли стрелять вообще сейчас. Наверное, не буду. Я пока подожду, посмотрю, что будет происходить. Тут такая расстановка, что я даже не знаю, кто тут победит. Так. Так, это у нас нормально с щитом, чел, он справится. Так, на горочку. А тут линдвурм, если на горке, вот если сюда поставлю, он может, в принципе, и сюда подойти. Потому что он становится в упор только, когда он на позицию выше. А здесь он будет на позицию выше. И он, скорее всего, сюда подойдет. И заблокирует меня. Блин, мне этим не уйти никак. А, ой, я ж могу вот сюда стать, точно. Сюда-то не могу, а сюда могу. Тогда сюда стану, хорошо. О, еще один топовый щит. Но, к сожалению, он мне не достанется. Его убьет линдвурм. Так. Пофиг, мне шлем нужен. У меня вообще нет ни брони, ни шлемов. Очень мало всего. Я хочу второй шлем себе. Так. Я пошел вниз. Здесь у нас что? А здесь ничего. Просто ждать пока. Ждать погоды. Так. Как бы сейчас не получилось, что орки с одной стороны, линдвурмы с другой, и все на меня. Надо... Не, ну Закус должен быть. Вот они уже близко. Сейчас орки сами на них пойдут. Мне сейчас главное отойти от края подальше. От правого, да? И тогда будет у них заруба. Чтобы они меня не принимали за врага. Тем более на горке, возможно, они меня не видят даже. Не чуют своим чутьем. Мне сейчас пока подняться на горку и отдохнуть надо всем. Так. О, отлично, орки. Правильное направление выбирают. Так, заруба. Заруба идет. Сюда мы отправляемся. Он уже первые трупы появляются. Опа, ну просто он малыша, ну, уничтожил. Так, а этот линдвурм все-таки ко мне пристал. Ну, походу, только один. Это, в принципе, нормально даже. Я сейчас его быстренько тут разберу. Да, я, наверное, его уже начинаю бить. Так, это у нас водитель. Ему, скорее всего, придется правых линдвурмов как-то отвлекать. Поэтому он пока направо пойдет. Так. Здесь поднимаемся просто. Потихоньку. Здесь тоже. Это у нас кто такой? А это DPS. Так, 1, 2, 3. То есть линдвурм... А, он отсюда, кстати, сможет же бить, по идее. Ну да, он как раз сможет бить танка, то есть его можно либо там оставить, просто расстрелять, но я лучше его поближе подманю, потому что я не смогу его пиками бить оттуда. 1, 2, 3, то есть он сюда еще может подойти. Так, я пока сюда стану, а там посмотрим. Так. Что, устали все, пока по эти горы поднимаются. Ой, орк, иди ко мне, дружище, со щитом, я тебя тоже бы разобрал бы с удовольствием. Так, сюда. Здесь тогда подводим потихонечку. Так, а там уже есть какой-то уже русификатор, правда, он это, как его называют, бета-версия или что-то такое. Так. Ну, я здесь его подожду танком. Пусть танк отдохнет, ничего не делает. А как с ним? Багиш какие-то там вроде кто-то писал были, нет? В игре с русификатором. Или все нормально? В принципе, так-то он особо не нужен. Вот эти вот
что когда вот сейчас начал таверны слухи эти читать, там вот непонятно очень много еще. Ну, постепенно как бы можно привыкнуть, но... Лайтшот, короче, помогает переводить, что поделаешь. Потихонечку, раз-раз. Вылетает, есть баги, все-таки еще пока. О, этот Лендворм тоже ушел от меня. Кстати, наоборот, на горе... О, сейчас я лучника подведу к краю, чтобы замес увидеть, да? Который у меня с 9 видимостью обзора. Понятно. Так. Все, наконец-таки я забрался на горку здесь. Так, где там мой лучник? О! Берсерк там неплохо засадил ему кровоток. Так, вот это у меня топовый дальновидец. Сейчас мы его... Вот сюда вот раз. О! Я и вижу, короче, почти все. Отсюда, прикольно. Так. Или вот это топовый? Не, тот, все правильно я сделал. Опа, берсерк ко мне пошел с двуручничком. Ну да, это я так бы, конечно, бы и хотел сделать, если получится кого добить. Вот этого сейчас мне нужно убить, потому что я не хочу тут словить рандомшот двуручного топора. Так, пусть он пока поднимается, я его тут быстро расшатаю, в принципе. Сейчас, сейчас пущу. На следующем ходу, наверное, пущу. Так. Ну, здесь пусть стоит этот танк. Второй танк пойдет, топора потанчит. Так, здесь у нас... О, надо пока... А есть там кого добить уже, нет? Вот этого надо бить тогда, орка. Оп! Так, это у нас... А вот второй танк, он его, если что, и встречает здесь тогда. Это у нас булава, он тоже может встречать. Бен, Лендворм орку больше половины брони с удара снес. О, малыша можно забрать. Так, а это что у нас таким щитом стоит, чел? А, это просто мясник. Так. О, берсерк тут. Ну, блин, щупальца не даст его забрать. А вот этого можно попробовать. Так, он блокируется. Ну, не получилось пока. О! О, забрал. Так, ну, следующий ход сокола закину. Так. Ну прикольно, даже прикольно получилось, такую горочку мне дали топовую занять. Интересно, так. Что-то берсерк разочаровался во мне и пошел все-таки на Лендурма. Развернулся. Так. Ну Лендурмы явно побеждают, и как-то вроде даже у них хорошо это получается. Мне надо, наверное, вот этого направо увести чела. Чтоб отвлечь там кого-нибудь. Блин, они просто орков как каких-то этих самых бандитов расшатывают. Мне надо бить Лендворму, стрелять, то потом мне с 7 штуками сражаться в таких горах будет крайне некомфортно.
Вот этого вот надо убить. Да ну, какие орки, ничего там не будет. Линдвурмы занимают 14 позиций. То есть тут осталось всего 16 орков. Всего 16 орков, это как бы ерунда. Они уже перерезали почти всех. А хп у них очень даже все хорошо. Он даже броню не пробили, многим он здоровый. Только вот этот почти умер. И все. Эти горочки, все, это опять-таки, это линдвурмам же плюс. Они бьют нормально через клетку, а оркам надо там прыгать туда-сюда, им не подойти удобно. Они больше времени тратят на позиции, и потом сразу страх на них кидается, а линдвурмы ничего не боятся. Блин, конечно, о! А, до этого я не доставил, надо подойти другим лучникам, посмотрю. Мне надо линдвурма убивать, пофиг на этих орков. Так, ладно, сокола запущу. Оп. Ну, я ничего особо нового не увидел с помощью сокола. Вот здесь только то, что опять-таки линдвурмы всех убивают. Так. О, я ж им могу лучниками оверхем накладывать, чтобы они по оркам мазали, короче. Дать оркам побольше шансов кого-нибудь убить. Вот мой чел со щитом, вот его бы забрать, это было бы вообще сказочно. Щит бы еще отобрать у этих орков. Так. Вот этого линдвурма надо завалить. Так, здесь я пока сюда стану на горочку, посмотрю, что как. Ну все, слева, походу, уже ко мне никто не придет. Это у меня, может быть, вторым водителем, пока рано его убирать отсюда. Боюсь, орки тогда заберут моего линдурма. Этот дурочный топор его убьет. А он и так его убьет с одного удара. Я на линдурма их расшатываю без шансов. Ой-ой-ой, не убивайте моего орка! Ай, надо его убить. Как хошь убивать надо. Есть! О, мой щит! Ха-ха, я забрал. Это просто конкретно повезло мне. Опа, еще и линдвурма сейчас заберу. Вот так. Короче, нормально все заходит. Все, короче, орки заканчивались почти. Почти закончились. Так. Я вот этого бы тоже забрал. Блин, ну там останется куча линдвурмов, которых мне придется победить. А я стрелы все расстреливаю, расстреливаю. Кстати, на линдвурмах я-то работаю. Дай-ка я заюзаю даже его. Че, у меня его много, и мне его он не нужен. Ну-ка, вот ворка, например. Стрельну. Так, что-то у орков прям совсем плохо все получается. Ну и что-то не умер-то балласт, а? Но он от яда, наверное, умрет. Ну, не знаю. Еще стрелу на него тратить не хочется. Да они хоть одного-то убьют червяка. Так, ладно, надо добрать этого орка все-таки. Ну, две стрелы еще на него ушло. Все, теперь надо отдыхать мне стрелками.
Так, они что-то скучковались там, Линдурм, вот что плохо. И значит, они примерно вместе и придут ко мне. Мне бы сейчас еще бы одного отманить поближе ко мне. Что-то не получается. Так, надо уже, наверное, второму водителю выходить. Тут передышки даже нет. Ой, там еще справа какой-то замес. Невидимый. Так, все, орка все меньше и меньше. Вот тут какой-то нормальный орк, он засадил Линдурму неплохо. Ой, все, его тоже почти убили. Но он не боится, это все-таки берсерк. Они не такие трусливые. Так. Блин, у него выносливости мало. Булава. Так, пока отдохнем. Короче, походу и все. Так, сколько я одного убил? 6 линдвурмов, 14. Ой, 12. Да, 14, 15. 3 орка осталось. Один тут убегал. Все. Все, короче. Вот так. У меня стрел не хватит. Придется в мели добивать все-таки. Все, пошло движение. Пошло движение в мою сторону. Не достаю. Понятно. Орки безжалостно там всех уничтожают. Блин, вообще здоровый. Просто этому линдурму даже никто не пихнул за весь бой. О, яд на него наложил. Так, ну-ка сюда посмотрим. Может, сюда кто направо пойдет. Удастся кого-нибудь обмануть. Так, тут хоть все сверху у меня будут отдохнувшие. Так, не знаю, посмотреть, наверх сходить. Может, я что там сделаю. Отманю кого еще туда. О, ну тут довольно побитый линдворм один, хорошо. Ждать пока. Так. Тут пока тоже пусть постоим, отдохнем на полную выносливость. Неизвестно, пойдет туда кто к нему, нет. Они еще догоняют же убегающих. Ой, орков. Что-то походу успешно догоняют. Так. О, куда-то еще ушел. Ну они сейчас растянутся нормально. Пока будут идти, я буду их быстренько фокусить. Ой. Так, отсюда он сможет бить, мне надо отходить. Ой, очков не хватает. Тут что-то никто сюда не пошел.
Так, это у нас танк. Сюда его. Этот пусть пока здесь постоит. Танк пусть отдыхает. Полярм. Полярм. Так, отходим. Ой, стрелы опять закончились. Так, тут и стрелы закончились. Так, 15 осталось. Может, сэкономить, придержать на следующих. Не знаю. А, ну тут, в принципе, когда два останутся, они будут убегать. Потому что их было 7. То есть 6. То есть мне надо четверых хотя бы убить, и они бегут. Так, что, сюда никого я не заманю? Блин, боюсь идти сейчас, как убежит что-нибудь на меня в упор. Кстати, хорошо тоже видит. Оп, о, хорошо он стал. Так, ну там его станцию, вот этот может пока отойти вообще танк. Ой, а этот же надо было раньше одевать. У него ж нет еще быстрой руки. Так. Не буду даже тратить стрелы на него пока. Так, мне бы их чуть-чуть. Так, сколько тут? Раз, два, три, четыре. Еще где-то один. Вот он. Так, я таунт кинул, могу подойти ударить полиармом лучше. Так, таунт висит. Мимо. Так, тут надо стрелять. О! Сюда. Ку-ку, ку-ку. Так. Что здесь у нас? Тоже наверх. Да, вроде нормально, успехи. Относительно. Так. Готов? Так. Ну, осталось 5 линдурмов. Этот умрет на подходе. Итого 4. Так, раз, два, три, четыре, все. Что-то надо бы разделить, чтобы кто-нибудь бы вниз пошел. Вот этим, видимо, приманить кого-то. Чувачком моим, так. О, что это там такое идет сверху? Орки просадили одного, значит, хорошо.
Ну, многовато, конечно, ну, что поделаешь. Так. Вот этот вниз походу пойдет. Блин, теперь этот вниз пошел. Так. А верхний наверняка захочет сбежать. Его надо застрелить будет. Ну, по сути... А, ну еще одного. Вот этих двух, они уже, считай, два трупа почти. Ну, халява. Нормально. Так. О! Еще один выстрел, мой свидос. Так. Главное, что я выбил еще один щит с косточками. Так. Вот, один сюда пришел. Очень хорошо. Так, вот он куда залез. Дальнего застрелю, наверное. Так, что это за лучник основной? Да, ну ладно. Блин, что надо опустить? А, тут дерево еще мешает. Ладно. Пока тогда подожду. Ждать. Дерево опять это чертово так. Его надо убрать. Так, пока сюда уберем. Так, блин, чё он не пошел подниматься-то? Ему ж тут было близко совсем. Куда он пошел? Ну, гадский. Гадский троглодит. Так. Все устали, отдыхаем. И, кстати, Линдворма устают хоть чуть-чуть. Не, а что-то не особо, вот этот только. В принципе, нормально. Тут уже можно их завалить, пусть подходит. О, опять пошел правильно. Так. Надо бы другим его добить каким-нибудь пикинером. Вот этим, например.
На всякий случай там закину, кто знает, что тут произойдет. Так. Ну и все, осталось три линдвурма. Кракена убить, Егор. Просто убить Кракена, и тебе дадут этот меч. И ты получишь меч с цепной молнией. А, ну он, в принципе, будет отсюда бить уже. Что слабенько зашел совсем. Но это походу надо быстро выполнить, да, там есть такая фишка. Плюс 3 от текущих, она говорит. Там, видимо, если ты долго не приходишь, то она еще плюс 3, потом еще плюс 3. То есть надо. Она сказала тебе, и тебе надо быстро принести. И потом будет с прахом то же самое. Она скажет принести плюс 3 от твоих текущих. Если у тебя 0, она скажет, принеси мне 3 праха некрозанавтов. Если у тебя 10, она скажет, принеси мне 13. И если ты придешь через очень долгий срок, то она еще плюс 3 тебе скажет от текущего, еще плюс 3. То есть надо как можно быстрее найти и сразу же принести. А в бой можно вступить уже потом, когда тебе будет комфортно. А принести надо побыстрее. Вот и все. Ага. Тоже сначала мне было не очень понятно. Вот мне сейчас. Я специально пошел, у меня было много шкур, когда искал локации. Я все, короче, лишние шкуры все продал. Она мне сказала, принеси 3. Вот сейчас я долго к ней не хожу, приду, принесу 3, она скажет, принеси 6. И потом надо будет быстро найти где-то анхольду. И тогда она удовлетворится этим. И главное идти с нулем, когда шкуры будешь приносить, желательно, чтобы у тебя праха не было. А то она скажет, принеси на 3 больше. Но прах она не забирает. Она забирает шкуры, а прах... А прах остается вроде как. Так... Ой, вот это уже ударит через горку. Дебафик кому закинуть надо. Так, ждать. Получи. Так, найти на всякий случай таунт. Так, где мой второй танк, кстати? Вот это? Надо бы второго линдурма сейчас ловить уже будет. Че он щупальцу свою не передвинул? Непонятно. Так, булава. Короче, направо так никто и не захотел идти. Налево, точнее. Так, это у нас второй танк. Ну пусть он здесь стоит. Ой, тут я не могу ничего сделать.
Все, лучник отстрелялся, ноль стрел. Ладно. Ой, щупальц уже может придвинуть и ударить. Так, от этого походу я не добью. Это тоже ноль, да? Тоже по нулям. А то... Сейчас, если я его убью, эти два начнут убегать. Блин, промазал. Добрый вечер. Что за монстр? Линдвурм. Линдвурм. Так. Ну как же ты не добил? Опыт не забрал самый главный персонаж. Ты такой же, как и на ком-либо другом. Кидать промах на всяких врагов тяжелых особенно работает же хорошо. Да, где угодно они попадаются. Так. Так. Ничего, что, блин, сейчас хотелось бы всех забрать, а эти два сейчас будут убегать, и тем более один почти добит. А сейчас танком надо будет идти просто на мясо бежать. Сейчас пока поближе им стану сюда. О! Так, пока что это у нас танк, да? Он, если что, сможет вот этого линдурма подержать. Он сейчас походит. Ну, чтобы его убить, тогда нафиг. Чтоб он не походил. Так, это у нас танк. Эти сейчас начнут убегать, скорее всего. Нет, не убегают пока, странно. Ну хорошо, ну ладно, я тогда даже сюда танка поставлю тоже ему, хотя нет, пусть он подходит. Тут мне убить особо неоткуда. Хотя я могу сюда вниз, потом всех расставить. Сюда. Это долго. Надо, чтобы он подошел в идеале. Так, а тут я ничего не могу. Пойду подальше, чтобы не сагрились на него линвурмы. Здесь я могу подойти ударить. Если его ударят, не убьют все равно никак, как бы ни старались. А да, вообще без ротации. У меня нет выносливых бойцов, чтобы ее эффективно использовать. Так, он раньше походит моего этого, то есть мне сейчас придется его стаунтить. Оп, хедшот пролетел. Все, больше я не хочу им танчить. Так. Блин, не смогу ударить. Не смогу выстрелить, тут далеко. Так, вот его, наверное, лучше не убивать. Раз он еще сагрился,
Я сейчас его подведу в нормальное место. Так, потом просто танка поменяю. Так, он спускается, значит, все-таки они отступают. Этим я не смогу отсюда ударить высоко. Но если даже отступают, и фиг с ними, этого-то я заберу, а этот пусть уходит. Лучники пустые все равно уже давно. Вот и все. Так. Этого танка я лучше уберу, пока он живой. Так. Здесь ничего не сделаю. Можно так, в принципе, переставить чуть-чуть. Вот этот танк, конечно, мог бы поучаствовать, если успеет. Поэтому уже хватит. Не, блин, убегает. Гад, гад какой. Ой, не знаю, блин, стрелков нету, так что я ему сделаю? Не догоню я его танком своим главным. Ну, пусть бежит, в принципе. Один не страшно. И так тут нормальная заруба получилась. Было испугать как-нибудь. А он сейчас туда вообще пойдет. О, интересно, танк успеет добежать до него или нет. Вот этот успеет, но это, в принципе, он-то еще выстоит одну атаку-то. Так. О! Рискнуть. Вот тут камень все. Нет, тут я не смогу стрелять. У меня поддержка вся очень далеко. Всем так далеко бежать, что ужас. Помогать тут. Оренбург будет с большим шансом бомбить. Вот, кстати, через камень же он не может ударить. Проверим. Так. Ну, тут пока просто постоим. Я могу щупальцу побить еще. Да, отсюда нельзя бить. Могу сейчас. Так. Тут пока ничего. Оп. Оттолкнул. А что, ему уже по броне прилетало, что ли, от кого-то? Че он ему сразу так снял броню всю? Щупальца. Так. Страшный линдвурм, блин, попал, и сразу столько демеджа прилетело, ужас. Так, надо кидать таунт. И колотить его. И фокусить, фокусить. Так, это, этим что-то я уже боюсь. Что-то предпринимать, вот так вот стану. Это у нас булава. Блин, он даже не может ничего сделать. Конечно, он может подойти и вдарить на следующем ходу. Может отдохнуть, если что, вдруг сейчас танку прилетит, он перехватит. Так, пика.
Пика-пика на следующем ходу только. Так, этот отдохнул. Таунт висит. Сейчас мы его тут булавой еще огреем. Вот так вот. Так, теперь надо, кто там добьет слабенький какой-нибудь друг на прокачку. Ну вот даже вот эти можно добить тоже. Мясник вроде перспективный парень. Конечно, хорошо бы пики. Ему надо пока опыт получить. Ну, опыт вообще жесть. 1100, 1000, 1400, 900, 900, 600. Так, ну-ка, урончика, что там у нас? Ну, луки тут, конечно, топ. Вот арбалетчик 1000 урона. Лук 1400 почти. Кинер арбалетчик 1300. Ну, 1780. Это топовый лучник мой, походу. Да. Забыл просто, кто из них топовый, в какой шапочке. А, вот, нет, топовый вот этот. Нет, нет, вот это все правильно. 292 килс для мучника. Оп, вот наводочка из таверны. Так, ну блин, у него защиты маловато, но зато он очень мало весит. Минус 5 килограмм. Очень хорошо. Так, вот мой щит упал. А! Блин, мили только 15. Ну, плохо. Дворбов упало 0 костей, а мне только кости и нужны, только кости. А падает вот опять 0. А я убил сколько? 7 штук. 7 лидворбов, 0 костей. В прошлый раз вот только что убил 5 лидворбов, одна кость упала. То есть получается, с 12 лидворбов мне выпала только одна кость. Я не знаю, как мне вообще так не везет на эти кости. Что мне делать теперь? Так. Ну, нормально, потому что продать... Шлемик, вот я за шлемиком, главное, отошел. Жесткое PvP прошло, можно расслабиться. Так, что там у нас по опыту? Столько на Apple, наверняка кто-то апнулся, не может быть, что никто. Ну вот, хоть кто-то. О, 19-й левел конкретно вместо атаки. 30...